Мы поиграем в Dead Room, но совместно с моим батей. Привет всем. Ладно, сегодня мы будем проходить любые уровни. Давай, давай в дикую зону пойдем. Выбирай там сам себя. Ну да, в дикую зону, да? Да, в дикую зону давай. Что, нажимать легко, нормально? Ну, да, сложно выбирай, ребят. Мы все равно справимся. Как продвинутые пользователи. Да, мы уже давно играем в эту игру. Да, давно, и я сразу слился. И я. А я нет. Ты меня прикрыл, ребят. Ну да, так было задумано. Так было. Вот. Я бы... Да блин! Я хотел этого челика, который там летал, убить. Вот. Вот эта вот дырочка. Да, как я? Собираю печеньки. Печеньки? Какие еще печеньки? Ну, зелененькие, квадратненькие. Да понял я про какие-то печеньки. Ты, давай, иди сюда. Я его убрал. Я понял. Вот так надо, ребят, убирать всех. А я тогда тоже садись. Мне как-то подняться сложно, представляете? И я их хотел собрать. Ну, собирай. Ну, ладно, его уже нет. Уже, а я да. А вот эти я нет. Выход нашел. Это самый легкий уровень в моей жизни. Ребят, мы выбрали сложно, а оказывается легко. Ну, это, кстати, я в этот уровень ни разу не играл. Ой, я монеточку. Ой. Я куда-то вообще ниже упал. Ниже сильно себя. Сильно ниже? Ой. Там что-то упало, но это, наверное, ты мне. Так, кого бы мне? Офигеть, у меня прям над головой вот так было. Ага. Был этот лазер. А, сейчас но я... ты победил? Да. Все, я взорвал челика. Ты, главное, это, дверь, если найдешь, не заходи в ней. Да я челика убил, там нету двери. Я челика там убил. Что, тут тайников никаких нигде нет? Нет, вроде бы. Это не точно, да? Ну, не точно. Так, сейчас я... Да я... Сейчас я эту раз... Что там, нашел ты дверь? Я выход нашел. Заходи. Всё. Сейчас я монетки не все собрал. Ребят, вот у нас в жизни, как обычно... У меня батя, он монетки любит собирать. Для меня главный уровень пройти. Ему только монетки. Ну, да я думаю, с возрастом это изменится. Ну, со мной это точно нет, потому что лучше уровни проходить, чем время брать на эти монетки. Да. Да я смог. Ой, я этот нашел. Кого? Метательный шарик. Метатель? Все потратил. Потратил. Эй, ты, челик, иди сюда. Он не хочет. Ой, я тоже нашел метательный шарик. А ты нашел? Офигеть, я сам себя подорвал. Зачем? Ребят, вы бы видели этот кадр. А как это? Вы бы видели, они по-любому это будут видеть? Они не будут видеть. Ё-моё, мина зависла. Тебя... Чуть меня не подорвал. Пранк, это был пранк. А, такой между собойчик, как мы любим делать, да? Ага, это помнишь те времена? Когда я ракету привел? Да. Я тут не один. У нас гости. Да. Ребят, в общем-то, объясняю смысл этой шутки. Я такой спокойно где-то что-то там сижу. О, кстати, выход. Я такой что-то там спокойно сижу, пытаюсь что-то собрать. И он просто... Прибегает папа и со словами «я тут это». Просто бах и оба... Ой, ты быстрее меня. Да. Да. Ок. Должен же я хоть где-то быть быстрее, чем ты. Ну да. Это вам не в Geometry Dash играть. Geometry Dash еще легче. Да ладно, ага. Что-то я так не заметил. Что-то ты так не заметил, потому что ты начальный уровень никогда не проходил. Не, мне не дано.
Тебе не дано, потому что у тебя реакция не как у меня. У меня реакция еще лучше. Быстрее. Иди ко мне, у меня тут еще метательный шарик. Все монетки на верхнем уровне. Мне собрал. Метательный шарик, иди сюда. Ты в кого-нибудь его метни. Вот. Я в тебя хотел. Ага. Челик, у меня еще один. Я нашел выход, но там выше надо проверить. Выше! Я взорвал шарик. О май гад. Я чуть себя в ловушку, ребят, не завел. А я завел. Офигеть. Еще раз. А это... так это легкотня была, помню. Да. А ты выше не смотрел? Выше? Я никогда еще туда. Ну, давай, какой это у нас уже уровень? Это... Пятый. Да ты чё мои монетки забирай? Иди сюда. Не пойду. Чё? Я так... Ты чё? Да, вот так. Ой, я выход, давай к выходу. Давай, будет к выходу, я пока монеты пособираю. Ну ладно. Нет, не пособираю уже. Побыстрее, потому что я уже около выхода. Давай не за... Ну ладно. Тролльфейс. Тролль. Давай, наверное, это. Ты челик. Челик. Давай его. Сам там сделает как надо ему. Ты чё ли... Ты чё взорвался? Это ты меня взорвал! Захар, ты что, голову потерял? У тебя голова моя осталась. На память. Офигеть, я как погнал, меня никто не убил. Это помнишь, как спидраны я решил? О, реально, я по спидранам сразу выход нашел, ребят. Это какого же? Ребят, я помню, я вот когда играл мы с папой, я решил когда-то поспидранить один раз, и я так быстро нашел выход. По-моему, 12 секунд. Там да, было. Там очень мало. Мне монетки хоть оставь. Вот тут. Да мне. Челик. Ой. Я что-то... Да ты чё меня съел? Кто тебя съел? Котопёс этот. Какой, блин, котопёс? Вот этот. Ты ещё скажи котопчёл. Давай перестанем делать это вместе. Ты ещё скажи, как в Роблоксе. Как в Роблоксе. Лошара. Обманули. Точно. Ой, я не убежал. Я это видел. Ты еще мне потом посмотри на канале все как было. Обязательно. Суинер, я тебя нашел. Я выход видел. Нам надо вперед. Я знаю, бать, иди наверх, там да, выход. Да елки-палки. Уже ты не пойдешь наверх. Уже не пойду. Ты иди наверх, там наверху. Знаешь, а что нам мешает его прибрать? Что прибрать? О. Это не сверху, это я положу. Все. Я ему уже положил. Я видел. Я не знаю, зачем я это сделал. Опять ему скажи. Да елки-палки, там все уже черное. Все, я к выходу бегу. Давай, дуй. Не смерти 10. Почему не 20? Мы доходим до 10 уровня, и на сегодня хватит. Ага. Ты челик. Подыграйся мне, челик. Ты чел! Он мне не подыгрался. Не подыграл? Да. Знаешь что, если ты мне не подыграл, лови аптечку. Дай! Я ему аптечку кинул. И ты мне не подыграла. Бум. Не, бума не произошло. Ну да. Ладно, я лучше все монеточки заберу.
Ладно, ребят, я думаю, с вас, с нас и с вас лайки.